Спрашивали, отвечаем. В каких случаях и как вызвать врача на дом? Врача на дом можно вызвать по телефонам колл-центра. Вызывают врача в ситуациях, когда ребенок не может посетить детскую поликлинику, то есть это высокая температура, больше 38 градусов, частая многократная рвота, частый многократный жидкий стул, аллергические высыпания, либо резкая боль. Врача вызывают с 8 до 15.00 по будням, и в субботу врач дежурный вызов осуществляется с 8 до 12 часов. После этого времени вызывается скорая медицинская помощь. Все выпуски программы на сайте первомедиа.ру. Телефон редакции 64 92 92.